Сегодня мы рассмотрим магниевое огниво от немецкой фирмы МФХ. Такие огнива используются в туризме и в армии. Огниво состоит из двух элементов: из магниевого бруска с держателем и металлического кресала, используемого для высекания искры. Принцип работы такого огнива очень прост. Нужно взять какой-нибудь горючий и легко воспламеняющийся материал, например, вату. Прижать эту вату бруском и резким движением извлечь искру. При этом высокотемпературная вспышка от магния поджигает вату. Иногда искра выделяется не с первого раза, но это ничего страшного. Такое огниво легко использовать в полевых условиях и во время туристических походов. Станет хорошим подарком всем любителям активного отдыха на природе.